Приготовила мужу салат на работу. Здесь руккола, старая обычная капуста белокочанная. Ну, просто вчера шаурмы осталось. Потом много проростка, видите, вот последнее обрезала. Огурчик, помидорчик, руккола, да, сказала, не сказала, не знаю. Заправка масла, соль и лимончик. Вот сейчас ему высыпаю в судочек. Вот видите, гречка последняя проросшая. Так вот она выглядит, покажу, кто не знает, вот так вот на салфетке, видите, проросла. Вот, и все, этот пласт я выкидываю, у меня уже новый растет. Вот уже с утра я пролила водичкой, слила лишнюю. Еще у меня вот чечевица прорастает. Короче, все растет. Так, и основная еда мужа на работу — это пшеничная каша сейчас будет и отварная куриная грудка. А еще сверху я полью салат бальзамика. Что это такое, гречка везде. Вот такой вот. Салат готов. Убираю, закрываю. Вот. Так, и сейчас в этот стеклянный судочек кашка пойдет и мясо. Кашу, кстати, я варю на бульоне после курицы. Очень вкусно получается. Намного вкуснее, чем просто в воде. Все вот так. Еще муж любит соевый соус, чтобы я полила. Потому что каша, когда это остывает, она сухая становится. Потом уже греешь ее, она уже не такая, знаете, как свежая. Поэтому вот соевый соус в этот раз у меня такой. Ну, он не отличается. Он не бальзамик, просто обычный соевый. Все, мужу обед готов. Завтрак у него будут блинчики, вот оладушки у него, чай, халва, тут остаток, малиновое варенье с блинчиком. Брату то же самое. Вот. Вот так вот. Все. Всем доброе утро и приятного аппетита. Так, я быстро в ванную, потому что с мужем хочу в Ашан успеть, чтобы он меня подкинул перед работой. Вот, поэтому сейчас в душ. Я уже голову помыла, пофенила, но в душ не успела. Сейчас в душ 2 секунды и одеваюсь. Короче, смотрите, вот по 199 гривен взяла такую нарезку на 12 гривен, а пробила мне по 561 гривне на 35. Короче, возвращала деньги. Буду складывать все и нести домой пешком. Так. Буду быстро показывать, что купила. Собака еще не гуляная с утра. Это Лина хотела попробовать такие читос. Пока не поешь, я не дам. Взяла, было три вида. Со вкусом кукурузы, но они и так кукурузные. Так, секунду. О, так лучше. Вроде бы. И с сыром и с кетчупом. Взяла с кетчупом я одни. И одни с сыром. Вот. Попробует. Так, взяла, Вероничка попросила, взяла, что я так сказала? Убери это. Оно, он обрызганное. Виталина. Посмотри. Вероничка сказала, тук ей взять с собой в дорогу. Сейчас будем складывать, что в дорогу. Вот такие по скидке были батончики по 5 чем-то. Я взяла 3. Сидеть и не сидят. Я съем, я их люблю очень. Носочки вот такие Веронички взяла. Они были 15, какие-то 15, какие-то 19. Вот такие вот. Еще они типа в полосочку блестящие. И виталинки вот такие. Не знаю, может большие будут с собачкой и с сердечками. Но от 35 размера, ну, должны быть. Артурчику взяла вот такие трусики. Коста фирма тоже неплохая. А ну пойди Артуру отнеси, скажи, посмотри, посмотрит. Взяла себе венчик, он был по скидке 16 гривен. Не очень ручка, мне это нравится, но в любом случае у меня они летят.
Что? Еще я взяла изюм. Я изюм и так кушаю, и в кашу добавляю. Кстати, вообще сегодня еще ничего не ела. Собаке взяла такой корм на десерт. О, кстати, сейчас сходим купим еще сухой корм. Ой, мокрый. Нет, сухой. Ванильный сахар для Пасхи. Но это дали карточки в Ашане за покупки. Драконы. Я так и знала. Еще взяла вот такую глазурь, в которую не надо добавлять белок. У меня розовая, такая голубая. Пакетики бумажные. Да? Да. Наклейка или что? Значок. Такой значок. А, наклейка и вот это что-то. А, и еще она, по-моему, наклейка. Тоже наклейка. А вот это может быть переводная татушка. Да, это татушка. Татушка и наклейка. Ну, прикольно, это лучше, чем карточки. Да. Вот. Хол взяла, он тоже был по скидке 5 с чем-то в дорогу. Брошу в машине. Вот такие вот конфеты. Это Коко. Чока-кока. Вот. Но я лоханулась. Надо коричневые брать. Это с белым шоколадом. Ну ладно. Тоже, в принципе, неплохие. По 169 были. Другое. Ну, хорошо, что другое. Вот. Взяла миску. С собой заберем и там салат будем делать с ней. Потом домой. Я взяла такую, она 19 гривен стоила, потому что здесь носик. Видите, если пользоваться для взбивания миксером, то удобно выливать. И тут деление есть. То есть, а в общем, взяла для салата, потому что у меня для салата нету мисок пластиковых таких. А мы едем с собой, надо взять салатик там приготовить. Все разные. Так, какао-порошок. Потому что у меня один остался. Дальше. Дальше вот такие были краски по скидке. По 13 гривен. Гуашь огромная. Видите, 250 грамм. Но было только два цвета. Коричневый и фиолетовый. То есть это очень дешево. По 13 гривен вот такая гуашь. Это доливать, ну и рисовать. Ну, короче говоря, я сначала взяла только... Вот это вот густоватая она уже такая, но я нашла более или менее. Фиолетовая нормальная, жидкая. Фиолетовая, не знаю, пользуешься ты фиолетовой или не очень? Не, я пользуюсь. Знаешь, что ты мне нарисуешь с этой краски? Сирень. А вот коричневый я сначала думала не брать, а потом так подумала, коричневый это базовый цвет. Мы часто рисуем деревья, землю. Мочечки, деревья, вот, палочки. Вот. Поэтому я взяла, хоть он и густоватый такой, но я так поняла, оно уже срок выходит. 18-й год изготовления. А ну там посмотри какой. Тоже 18-й. Ну та какая-то посвежее. Ну в любом случае ее разбавлять можно и без проблем пользоваться. Так, с собой взяла в дорогу. Ну это так, знаете, чтобы стол накрыть. Птичье молоко, вот такие конфетки. Это Артур любит. Вот там. А ну на, вот это положи там где кулечки. Потом дальше. Решила не брать целую палку колбасы. Взяла, а, еще эклеры такие. Дети любят просто те конфеты, которые... Туца, ты куда раскладываешь? Я... Ты только что то, что свое бери, а все остальное и ромашку. Решила не брать колбасу целую, потому что... Зачем? 70 гривен палка колбасы. Как бы одной палки, ну, хочется разнообразия, да, поэтому я взяла разную. Взяла вот такую вот 199 шинка гурман, она твердая-твердая, хорошая, за которую с меня взяли аж 35 гривен вместо 12, возвращали мне деньги. Взяла хамончик по 429 гривен, на 27 гривен хамончик взяла. Вот такой вот взяла колбаску салями экстра. И чоризо, по-моему. Да, чоризо вот такую вот взяла. По чуть-чуть. Потом Вероничка, по-моему, просила копченый сыр взять. Вот такой вот это бренд. Но он разный бывает. Вот, разные названия. Но такой вкусно пахнет. По 214 гривен он как раз на скидке был. Потом взяла вот такой майонез с кетчупом. Кстати, им классно, еще можно будет салат заправить.
Я, наверное, еще куплю сухарики, я уже оттуда не стала тащить. В АТБ схожу, куплю или где-то сухарики, салат потом там приготовлю с сухариками. Мясную горчицу взяла, не помню, брала такую или нет. А, вот еще такую колбаску, типа салями в перце. Вот это надо положить в холодильник, все на одну полочку, доча. Так, чтобы я забрала, да, потом. Два слоеного теста взяла для того, чтобы слойки приготовить с собой в дорогу. Кошке селезенку создам. В Виталине взяла соус манго кисло-сладкий, потому что взяла предыдущий, а он кисло-сладкий с чили. Вот, манго с чили, поэтому вот такой карри, он был по скидке с ананасом, Артур когда-то пробовал, по-моему, мы такой брали или другого производителя. Он такой, как майонез, типа майонез с горчицей, видите? Вкусный. Хороший. Вот, взяла. Виталинки на сейчас кушать шоколадку. Это взяла в дорогу. Ну, если съедят, я еще докуплю, в общем-то. Кошке корм. Вот, хватит ей, пока мы уедем. Корм разрезаю, пересыпаю в баночку. С орешками взяла шоколадку. Лесной бальзам взяла вот такой с облепихой, ромашкой. Пасту зубную. У нас закончилась паста. Упаковку выбросила сразу. Вот, потому что не стала тащить. Взяла две скумбрии. Хотела засолить своим способом, но она уже не успеет, наверное, засолиться. А может и успеет. Сегодня что у нас? Сегодня у нас среда, четверг. Среда сегодня. Четверг. Пятница. Три дня успеет, наверное. Короче, не знаю, или сухим посолом сделаю, или мокрым. Посмотрю. Пасту зубную отнеси, пожалуйста, в ванную. Одна сумка есть. У меня сынок встретил, спасибо ему. Виталинка тоже разбудила Артурчика. Так, это детям я беру. Виталинка себе уже такое купила. Попкорн, это очень вкусный попкорн с сыром. У кошки уже глаза повылазили. Потом взяла вот эту кашу, которую я беру, ашановскую, пшеничную. Но я ее, видите, пересыпала в кулек, чтобы коробку не тащить. Вот такая вот. Вы поняли, да? Я часто показываю. Потом взяла две пачки масла. Одну нам домой, одну Вероника попросила купить ее мальчику. Молоки я вот такое вот. 82%. Масло я беру с собой в дорогу, потому что мы там кашу будем запаривать. Вот. А я хлопья брала эти. Что там происходит? Хлопья брала... Какие хлопья? Гречане. Вот, курицу большую взяла, копченую. Сейчас Ники там кушу. Ника, на. Вот, это мы в дороге будем кушать. Гриль не захотела, потому что, ну, гриль тоже вкусная. Ну, копченая она и холодная, и горячая вкусная, поэтому я ее взяла. И она долго не портится. Ложи в холодильник. Там судочек надо будет раз. И вот такой чита с сыром еще взяла. Виталинки. А собаке еще один корм. Взяла вот такие гелевые разукрашки для... красители для яиц. Его не надо вот это в стаканчики наливать с уксусом. Типа гелевые такие штуки, стики. Наливаешь на яйцо и в перчатках размазываешь. И должны получиться вот такие вот яички. Попробуем, красить будем. Вот. Хотела в луковой шелухе, но решила куплю такие. Еще одна шоколадка. Биг, эти были по скидке, 40 с чем-то гривен, я взяла тут 4 штуки, вот, потому что недавно дочка спрашивала, говорит, есть, но новые нету. Так, Цезарь взяла салатную заправку, это с собой заберем, там заправлять салат будем один раз. А я знаю, еще есть такой Цезарь.
типа камень, ножницы, бумага. Можно играть. И вот такой вот взяла попкорн. Это ашановский попкорн. Мы его сейчас откроем и попробуем. Он стоит 9, по-моему, или 8 гривен. Я хочу его сравнить. Вот по цвету он, видите, такой насыщенный. Ну, не такой, да, попкорн? Не такой. Артур, иди попробуй попкорн. Я люблю такой, он сладкий. Ну, вкусно. Где ты? На. Пробуй. Бери в ручки. Он не такой хрустящий, да, как тот? Не, нормально. Нормально? Вот это 8 или 9 гривен. Ну, тут сладенький. Ну, тут 30 грамм. А тут сколько? А тут? 90. Сколько? 90 грамм. Это 3 пачки. Этого надо, получится... Что там, 18? А ну, держи. По 9, без копеек. Сейчас я скажу тебе. 27 гривен. А этот сколько стоит? Сейчас вот сравним. Выгодно или нет? Вот. Ну, в любом случае, если много не надо, то можно такой маленький взять. Ну, на себе. Для того, что мы сделаем. Если денег не очень много. Сейчас я вам скажу. Так. Попкорн, сыр. А, вообще 6,90 он получился. А, 7 гривен. Сумма. Может быть. 7 гривен. 21. А тот сколько стоит? 21, да, 3 пакета получается. А тот сколько стоит? Да. Сейчас, подожди. Где попкорн? Где же он? Тут попкорн. А там ничего нет. Селезенка, масло, шам. Что это такое? Это мазать паски. Ну, по 24,40. Не сильно разница большая. Ну, там качество более. Да, но качество. Она просто не сильно соленая, этого не стоит. Вот это соленое? Да, а я люблю наоборот. Я не могу. Но здесь нет масла вот этого. Пальмового. Пальмового, да. Здесь кокосовое масло. Тут тоже нет вроде. Да, тут нет. А ну что там? Только у леса. А глютамонат есть. Ну, глютамонат, по-моему, там есть. Да. Ну, короче. Ну, в этих пачках он как-то быстро, долго не отсыревает, да? Ну, там просто попкорн обработанный, мне кажется, как-то или сделан. Короче, без 1000 в магазин нечего ходить. 1113 гривен, это со скидкой. У меня скидка была 50 гривен. Все, такой чек. И сегодня я еще иду в АТБ пойду. Что тебе в АТБ надо? Я сам пойду. Там пойдешь? Я с тобой. Ты куда пойдешь? Я сейчас пойду с малой на улицу. Наверное, сходим. Мне в Сельпо надо. Ну, как раз схожу. Надо в этот. Надо пойти еще посмотреть фанту или колу по скидке где-то, чтобы взять с собой. Пума! А ну не лезь. Ешь этот корм. Вот. И я даже... А, в АТБ, что мне надо? Мне овощи надо купить, с собой взять. Вот. Зефир тебе купить. Вот такие две шоколадки взяла. Хочешь, одну съешь? А не хочешь оставить? Или нет, это мне сон приснился, что это шоколад. Она по скидке была. И в Сельпо. 13 или 4. Может, она и в Сельпо. Я в Сельпо давно не была. Мне надо пойти это под Сельпо купить филешку в ларечке. Потом пойти в ларек колбасный, не знаю, или сегодня, или завтра. Наверное, сейчас. А может, сейчас днем и не будет очереди. Да нет, будет, наверное. Ой, так классно утром в Ашане, людей нет, красота. И надо сходить в этот купить. Сок я хотела еще, наверное, взять вишневый. Или какой? Я 2 апельсина взяла. Ты пепси еще что-то покупала? Я взяла пепси 1,5 и 2 литра сока апельсинового. А, надо еще газированного что-то. Надо. Или апельсинового? Да. Ну, в бутылках такой биолог. Знаешь, вкусный он. А, вот я понял. То, что я брала на этом. Ну и все. Еще можно сок взять и можно газировку какую-то еще взять.
Вот, что нам еще надо? Шашлык замариновать надо. Будем жарить шашлыки там. Где? Там. И мангал берем с собой? Там есть мангал. Мы решетку только берем. Понятно. Тогда я беру шашлыки, буженину запекаю, колбаску. Мы на мангале можем готовить, в принципе, все. Ну, мы берем жужик этот с собой, я кастрюльку маленькую возьму. Если будет безнадега, ничего, в доме она будет нормально греть. Ну, так я же тебе говорю, в доме, в этом, в номере. Спалим. Только газ надо купить, потому что там газ. Спалим и уехали. У нас есть запасной. Ой, я шучу. Ладно, все. Пойдем на улицу с Виталинкой. Ты заболтали. Так, замариновала мясо на шашлык. Здесь приправы, которые нравятся. Какие хотите. Соль. Уксус. И масло подсолнечное. Все, кидаю в морозилку, все. Нет, пусть полежит, наверное, до завтра в кульке, а потом в морозилку заброшу. Меня там спрашивали, вкус мяса не меняется, когда замораживаешь шашлык. Вот. Ничего не меняется, он сочный, мягкий, вкусный. Хорошо промаринованный всегда получается. Вышли на улицу. Талинка. У нас тепло сегодня наконец-то. Так, короче, мы идем на почту, потому что мне пришла какая-то посылка. Да. Пока выбрались, дети дурели с Виталиной. Старшие бесились. Короче, я мясо замариновала. Что еще я сделала сегодня? Ой, как все красиво у нас. Так, мясо замариновала. Что еще? А, разделала там кусочки на фарш. Это будет, наверное, чебуреков нажарю. Давно не делала. Вот. И кусочек на буженину я отложила. Приду замариную. Так, сейчас Нику будешь забирать на этот. Подожди, она сейчас туалет сделает. Какит, наверное, будет. Красота. Угу. Все зелененькое. Завтра печем Пасхи, красим яйца. Завтра встаю рано. Пасхи ставлю еще, наверное, до того, как муж подымется. А я завтра еще раньше встану, чем сегодня. Давай, послезавтра мы уезжаем ночью. Ну, поехала. По катушке. Вот бы мне так. Если бы травка была, я так, так ездили вместо машин. Ника, ну сотрешь же все себе. Скажи, что вам мыться можно, а мне нельзя. После туалета. На почту идем, наверное, Китай пришел какой-то мне. Или мужу чехол, или мне наклейки для ногтей. Посмотрим, а может все вместе. Да. Ну, я хочу папе чехол, чтобы больше, чтобы пришел, чем у меня наклейки даже. Наклейки можно потом. Я все равно только маникюр сделала. Не, ну они у нас эти дорогие. Там по 6 гривен на Алиэкспрессе, да? А у нас сколько? 10? У нас такие наклейки, ну, 20 гривен. Вон это твоя одноклассница бабушка. Агния. А где Агния? Нет. Бабушка одна. Не гуляет, наверное, куда-то ходила. Хорошо? Как я хочу сал. С Агнией встретиться? А ты телефона Агнии не знаешь? Чего? Мне, по-моему, это... У нас уже машина там какая-то торгует. А вы поможете? Я точно не знаю. Что она просто играет в телефоне, но она не звонит. Да. Ну, может, да, но я не спрашивала по этому поводу. Ну, ты можешь выйти на С 1 числа Киев открывают. Открываются у нас. Транспорт начинает работать. Сможем ездить с тобой сами в центр. Да. Поедем? Да, наконец. И в пузатку. Да. Как я там была?
Школы вроде бы не открывают, только, только высшие учебные и садики открывают. То есть, это Валя торгует? Все или это другая дети женщина? В нашей семье никто не будет ходить. Ну вот старшие я бы хотела, чтобы пошли, а вот ты уже не хочу, чтобы шла. Я уже вообще не хочу. В этом году уже не хочу рыбу. Ага, рыбой торгуют. Нет, это не Валя. Ника. На чем кусочки красные? 200 гривен. Ах, воняет. Не люблю запах. Я не знаю, как эта фигура делается. Ура! Ура! А кто это лежит? Вот это черепашка. Да? Мультика, я нашла. Ага. Лежит. Ребенок тоже есть. Красиво, да? Как же ж красиво весной. Все цветет. И пахнет. Красота. Деревья уже отцвели. Абрикоски. Следующее, что у нас цветет? Вишня. Мы на какую почту идем? На нашу почту. На Укрпочту. Ой, так боюсь много еды взять с собой. И мало боюсь, но больше боюсь много взять, нежели мало. Потому что холодильника нету, чтобы не пришлось пихаться. Как-то во Львов-то добрала еду, как-то и не хочется кушать, если честно. Потому что ты целыми днями гуляешь, у тебя ощущение... Так наоборот, когда гуляешь, кушать прибегаешь, хочется. Хочется так, чтобы времени ну, не тратить, не думать о готовке. Получается, не знаю почему. Я когда во Львове, честно говоря... После, на втором разе, когда я была во Львове, мне чисто квартира нравилась. Да. Просто в квартире хотела жить. Ну, мы ж классно. Ой, а что у тебя на ноге, на штана, глянь? Ты что, слайм? Блин, надо было в стирку закинуть. Сейчас придешь, будешь застирывать. Баловались с Артуром. Все пачкали слаймом. Там началось то, что... Началось с того, что я ему просто дала слайм подержать, потому что я делом занималась, и слайм взяла в руки, а потом надо было быстро сделать, уже ничего не помню. Вот. Я ему дала слайм в руки, потом слайм начал литься, потому что Артур, я не знаю почему, не знаете, как играться со слаймами. В этом доме очень классные квартиры. Четырехкомнатные тут есть. Короче. Да. И он типа начал литься. Я давай все бросать и собирать этот слайм. Ну, это я его собрала весь, что вытек. И начала Артура с кофты. Ой, не с кофты, а с рук. С рук. Снимать слайм. Вот. А потом эти все кусочки чистил? Нет. Нет? Красиво. Шо, Ника? Ты же наконец-то меня вывели. Короче, как он на кофту попал тебе? Ты не знаешь. Нет, я знаю. Он просто начал отлетать. Мне просто ж надо было резко вот это вот все делать, чтобы оно не прилипало. И поэтому кусочки отлетали, но в меня они не попадали. Потом мы с Артуром начали играть. Ты одела зубы? Нет. А что? Ну что? Плохо говорим? Да. Ну это... Но-но. Может, не привыкли. Короче. Мы начали играть такую игру. Типа у него большая часть слайма. А у меня маленькая, я должна схватить его с слаймом, отщепить кусочек у него. И у кого больше, тот выиграет.
Мы начали в эту игру играть. Слайм уже вообще непонятно где был. Ну, он... Слава богу, что он не на волосах хоть у тебя. Ну, это да. Но он не вот так вот. Короче, дурковали конкретно. Да. А что ты ж чита с собой не взяла? Не хочу. Да, даже нет. Нет, я просто ее переела. Я ей попкорн. Короче, чита вкусный только с сыром. Да. Ну тот такой тоже неплохой, но. С кетчупом, ой, с сметаной и зеленью. Ну там не было сметаны и зелени. А на бумажке тоже нету сметаны и зелени. Ну там и нету. Там бургер только какой-то. А там... Так, а что такое? Неужели этот? Сейчас посмотрю обед, наверное. Давай. Чехол мужу пришел. Чувствую уже. Сейчас рви. Ага. Рви, рви. Посмотрим. Главное, чтобы он в нормальном виде был. Да, главное, чтобы он не поцарапан. А ты помнишь, как у папы телефон какой? Ну, по виду. Да. А, боже. О, красивый. О, классный. Да, это... Классный. Ну, только бока жалко, что это не темные. Ну, в любом случае, у него черные. А ну, открой его. Подарка нет? Не знаю, мне никогда с Алиэкспресса подарки не приходят. Ну, открывай. И ничего нет. Даже пупырки нету. В любом случае, дешево. Даже на радиорынке 100 гривен сейчас чехол, а там... Получается 35. Ну, такой вот. Ну, не знаю, понравится мужу. Нет, мягкий сильно. К сожалению. Жалко, мягкий. Вид нормальный у него, конечно. А, так у меня и тучковый. Но у меня не такой мягкий. Странно. Ну. Такой вот ты будет новенький у него. А? Камера. Да, ну ложи так. Что, прям красили вот так вот или что? Наверное, да. Ой, на. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты издалека прям. Да? Прям замер. Такую красоту реально не заметить. Чего? Тихо. Какой красивый. Любовь. Да, это любовь. Большой. Проверю у него. У нас только закончилось. А там ушко больное, да. Там больное ушко. Только прооперировали у нас. Ты все чувствуешь, да? Вот так вот. Да. Что ж тебя там заинтересовало, да? Вавочка там. Там вавочка в ушке. Больное ушко, да? И нос мокрый, да, у нашей Ники всегда сухой. А неделю назад ты была бы рада. А сейчас все. До свидания. Да, а сейчас все. Все? Пойдем. Прям такой, ух. Ногу подошел, ты как раз видишь такие. Нет, очень большой для нас. Огромный. Эту штучку надо было выкинуть, а это положить себе. Ладно, положи все вместе себе. Поместится? Нет. Нет? Ну ладно, понеси пока. Сейчас я что-то куплю. И мы положим. Да. Так, у нас сейчас по плану. Идем. Не знаю, надеюсь, муж не разочаруется в этом. Чехле. Это же мягкие. А будет стоить. Хотя на базаре тоже такие силиконовые мягкие так продают. Это, так что да, нормально. Это ничего не изменяет. Это обычный чехол, просто он мягкий. Короче, мы сейчас идем. Хочу в колбасный зайти, не знаю. Закупаться. Да. Колбасный хотим зайти. И в сельпо зайду ненадолго, Вероничка. Ой, Виталинка постоит. Давай трактор пусть проедет. Все беременная какая идет. Сильно беременная. Живот квадратный. Давай сюда машина едет. Ух ты ж. Наверное, двойня. Такая живот. Ого-го. Я такого не видела живота. Короче, в колбасный, в сельпо и в АТБ. Мы заходим. Да?
погуляем чуть-чуть, и потом... И потом... Состоится. Такой хорошенький, да? Страдает. Коза, я тебе узко так нюхала, ты меня гыр-гыр кусить хотела. Такие девчонки. Вот такие девчонки. Так. Никто с тобой гулять такой злой не будет. Конечно. Потом после магазинов чуть-чуть погуляем и... Ну, как погуляем? А может и не будем, может сразу домой пойдем. И уже потом приберем дома остатки наши. И потом уже будем... Что сегодня? Опять сложим диван, да? Помоем пол опять очередной раз. Вот. Ну, короче, будем заниматься делами. Прибежали с АТБ и с сельпо. Сейчас опять убегаем. Вероничка Виталинке отдала свою жилеточку. Ну, это она на нее коротенькая. Красную Виталинку красивую. Мороженое. Мороженое мы купили. Так, Вероника, они горят. Так, в АТБ полкило пломбира 100%, 31 гривна. Взяла про запас, хай будет. Виталин, в новый холодильник, в самый низ. Давай, быстренько. Так, Артуру в дорогу взяла зефир такой вот. Он будет. Кашу взяла молочную, такую овсяную, банановую, с грушей. Наверное, взять ее с собой на всякий случай? Да. Возьмем с собой. Еще докупили пепси, кстати, дешевле, чем в Ашане мы колу взяли, да, по-моему. Пепси 16 гривен, 2 литра. Вот и б. Одну взяла домой, одну в дорогу. Сейчас буду все складывать уже. Сегодня будем выносить. Уже я хоть тут взяла. Что-то одна больше, другая меньше. 2 литра, 2 литра. А кажется, что разные. А бутылки, гляньте, разные. Видите, отличаются. Так, вчера наделала шаурму. Вот, и наделала ее про запас. Ну, то есть до вечера получилась она. И ничего с ней не произошло. Она не раскисла, не размокла. Вот, только вот просто пожарить ее опять на сухой сковороде, слегка подогреть и все. Ну, ни в коем случае не в микроволновке. Так что нам очень понравилось. Осталось вчера чуть-чуть мяса. И еще у меня там осталась курица на шаурму. Так что я сегодня еще наделаю. Ты вчера не ела, да, шаурму? А ты будешь сегодня, если сделаю? Не знаю, я же не очень люблю. Да. Ну, она же не жирная у меня. Виталинка, брось, да, но выходит. Это не очень отношение к шаурме. Вот панини я люблю. Так это ж одно и то же. Так, с собой берем вот такие огурчики, корнишоны. Они такие кислые-кислые. Как я люблю. Как ты любишь, как Артурка любит, взяла. Потому что будет много мяса всякого. Огурчики, две пачки маслин вот таких вот зеленых. А где еще? Артур упал. Артур! Испугали. Тут в ванной упала, я испугалась. Отнеси Артурки в комнату. Виталин, ну не руками, ну все одними руками. Что? Коленку забыла побрить. Артур, у меня видео. Но они раскалиться должны. Ой, ой, помидоры выпали. Так, знаешь, помидоры взяла. На, Виталинка, высыпай. Что? Учеба с 11-го. У вас будет, да, учеба? Mm-hmm. Значит, школа начнется, наверное. Блин. Ну, не, ну, написано, что нету. Только, ну, а вы относитесь к высшим? Нет, то мама с 5 числа. Да, ну, все, значит. Садики. Боже, это, а вот скажи, а смысл школу с 11 числа, когда 25 окончания? 2 недели походить? Не знаю. Так, сметану взяла такую. Еще одни маслины взяла. С собой брать. Есть. Рогалики вот такие домашние тоже с собой забираем. Вероника, в холодильник что? Такие взяла сухарики, хочу приготовить салат там.
вода. А что, прятать все это по местам или куда-то в пакет укладывать? Маслины сюда сразу мы забираем их с собой. Они же не портятся. Сушим. Вот это тоже с собой. Бери сумку, наверное. Вот там сумки. Бери сумку и складывай. Такое, что не портится. Кашу, вот это сухари, все. Что, давай. Мою покажи, я заберу. Талина взяла себе уши вот такие. На Пасху будут одевать. Жалейки. И такие жалейки. И киткат. Все. На. Кстати, читас есть вот в Сельпо у нас, но по 14 гривен. По 14. Бананы взяла чуть-чуть, потому что боялась, что не дотащу. Ну, бананы еще будем с собой брать. Съесть я хочу банан. Лимон один возьми с собой, а то высыпьте в холодильник. Сыр не знаю какой взяла, какой-то по 189 гривен, типа российского, тоже с собой, типа мини-ярмарка у нас под Сельпом. Редиска 25 гривен тоже взяла, муж любит, хай будет. И киви упаковку тоже, наверное, с собой заберем, потому что я кушаю киви каждый день. И все. Сейчас возвращаемся опять к Сельпо, потому что забыли собаке корм купить. И что мы еще забыли? В мясной зайти, филе куриное посмотреть. Мы еще забыли. Филе там подорожало. Да? Почем? Ты руки мыла? Почем? По 90 уже. Все равно дешевле, чем в этом. Не, дешевле, понятно. Ну, что-то на десятку, по-моему. Это забирать? Нет. Нет, он малой. Чего-нибудь. Ну, не знаю. И одну пепси туда надо было вставить. Так, все, пошли дальше. Скупляться. В мясном нету ни колбасы нашей, ни одной, ни второй. Поэтому ничего не брали. Талина впала в детство совсем, в глубокое. Делает салат из одуванчиков. Ну, девочки боржоми пьют. Молодцы. Так, мы тут оделись вот так вот красиво. Ну, встань, покажись. Вот такая вот. Еще джинсовка у нее была, да. Классные вот эти в Ашане штучки дают сейчас с татушками. Наклеечка, татушка. Класс. Намного лучше, чем вот эти карточки. Прикольно очень. А также у меня есть вот такая вот кисточка. Не надо к лицу тут. Ну, такая есть. Короче, мы гуляем. Так, спать хочется на солнышке. Да, у нас дома... У меня вообще дома ничего не готово. Виталин, пойдем. Потому что Максим сейчас придет голодный, а у меня ему даже еды нету. Ой, такой букетик. Угу. Классно. Сейчас поставим вазочку. Опять. Лена так на скейте круто катается. А я уже сижу, он загорает ноги. Лицо и ноги выставила. У тебя потом ноги будут эти. Такие. Какие? Черные? Черные там будут. Ничего. Белые. Сильно не будут черные. Вот так что сижу, загораю. Покажу, давай быстрее. Рыбку засаливаю. Две скумбрии в этот раз почистила, головы, хвосты обрезала.
Бутылку я не меняю, просто выливаю с нее и чисто туда заливаю, отмываю слегка. Так, безлуковые шелухи делаю. Просто с чаем, лавровый лист, добавляю перчик. Сейчас 3 столовые на литр воды. Добавила сколько тут? 5 пакетиков у меня чая. Лавровый лист, 3 столовые ложки соли. И 1,5 сахара. Все. Вот, 1, 2, 3. 3 соли и 1,5 сахара. Вот. Тут варю гречку. Сейчас на гарнир брату. Буду делать шаурму, такую, как вчера. Где ложечку делаю? Вот. 1, 1,5. Все. Сейчас еще больше огонь сделаю. Пусть прокипит чуть-чуть, и все готово. Все, отставляю потом остывать и заливаю рыбку. Через 3 дня рыбка готова. Я, наверное, эту ночь до завтра оставлю на столе. Потому что в холоде она дольше просаливается. Так, здесь нарубила капусту уже последнюю. Как раз заканчивается, все отлично. Сейчас беру соль. Так, солю, хорошо жмякаю. Узнала, кстати, за вот этот спорт, который показывала, девочки с мячом бегали. Подошла к девочкам, спросила. Гандбол называется. Оказывается, в нашей школе. Никто нам не говорил, не знали мы об этом. И представляете, 100 гривен в месяц. Я хочу, чтобы Виталинка пошла. Опять вторник, четверг. Не очень подходящий нам, конечно, вторник. Вот, но пойдет, пусть. Мне понравился сам спорт. Такой интересный. Ну, там просто бегают девочки. Мяч передают друг другу. Ой, ой, ой. Видишь, что лица закипело сильно. Все. Думаю, там соль, сахар растаяли. Все. И убираю. А сюда ставлю сковороду нагреваться для шаурмы. Буду сейчас крутить. Крутить, вертеть. Еще хочу натереть. Мне надо натереть морковь. Я хочу сделать морковь по-корейски, чтобы взять с собой, ну, с собой забрать. Кто там сигналит? Вот. Смотрите. Шаурма жарится. Вот уже 3 готово. Еще 4 лежат, ждут. Вот. Так что теперь не готовлю по одной, а готовлю сразу. Вот. Ничего с ней не случается. Главное не закрыть ее герметично, чтобы она не запарилась. Вот. Дать ей остыть. Потом можно накрыть крышечкой. И приоткрытую оставить. Дети дуреют, сын с Виталинкой. Вот, и не грейте ее в микроволновке. Потом опять на сухую сковороду грейте, на сковородке, на сухой постоянно. Вот, так что такая вкусняшка дома получается. Ну, мы всегда вот так вот делаем по несколько раз одно блюдо, насыщаемся, и мы потом забываем на некоторое время. Гречка моя сварилась, сейчас я сюда маслица добавлю. Вот, ну и в общем все. Вот, так что... Готовьте дома шаурму. Так, перетерла морковь на своем любимом блендере. Вот первую крупную, видите, морковку по-корейски сделаю. Ну, это останется на суп, на второе. Может, еще сюда половину добавлю. Морковку по-корейски я делаю на глаз. Можно рецепт посмотреть в интернете. Суть такая, чтобы было раскаленное горячее масло с уксусом. Ну, остальное сахар, соль. Вот. И остренькие приправы на ваш вкус. Специи, да. Перчик черный есть, просто заправка для морковки по-корейски продается сухая. Но самое главное, вы добавляете масло подсолнечное, раскаленное, туда уксус, соль, сахар, вот, и заливаете этим морковь. Можно на терке по-корейски, но у меня вот такая терка обычная была. Вот, в общем-то, я заберу с собой эту морковку.
приготовлю, заберу. Либо как салат съедим, либо будем делать хот-доги. Потому что я беру сосиски, булочки с собой. Вот. Так что продолжаем трамбовать машину. Фасуем все. Забираем сегодня вкусняшки. Вон там я докупила. Вот. Ну, морковку приготовлю. Рыбку уже засолила. Вот в банке стоит. Видите, рассол еще чуть-чуть остается, но я его оставила. Вдруг она впитает в себя, и тогда я добавлю еще шаурма. Вот только с двух лавашей. Вот это две штучки осталось. Муж две съел. Две. $1 это сколько? 28 гривен. Две муж съел. Муж поужинал овощным супом, пюре и две шаурмы съел. Вот. Две сын съел, мы по одной с Виталинкой, и еще дочка, может быть, захочет, придет, будет кушать. Короче, все поужинали, вот, очень вкусно было. Я сейчас одеваюсь, потому что кофту уляпала свою, этим рыбам брызнула кровью, муж застирал, пришел кровью на рыбную. Мы сейчас хотим, пока светло и классно, тепло, пойти прогуляться, так как пятницы у нас не будет нашей. Ну, завтра четверг, можно было бы завтра, но... Не знаю. Сегодня просто классная погода. Мы решили пойти в сторону Минска прогуляться. Вот сегодня. И просто получить какое-то наслаждение, отдохнуть, пообщаться вместе. Вот так вот. Так что влог, наверное, на этом я заканчиваю. Вот, до завтра. Увидимся завтра. Если что-то будет прикольное, красивое, интересное, я поснимаю. Но, в общем-то, не планирую. Хочу провести просто время с мужем. Вот. Так что всем пока. Люблю, всех целую. Всем хорошее настроение. Вот. Получайте удовольствие от жизни. Жизнь у нас одна.